încet și așteptam. Șur în el, Boże, minunate sunt lucrări Domnului. Dar doar este un, pe care știe doar el. Și cel și cel unul pădut la colene. El va pleca și se va întâlni cu Boga. Și spune, cine este Dumnezeu? Amin. Amin. Ascultați-mă. Eu sudem am preparat tot ce a trecut prin mine. Eu v-am spus, astăzi v-am predat ceea ce a trecut prin mine. Eu cred că Dumnezeu vrea să vă ridice la un nou nivel. Noi doar prorocim. Noi doar prorocim. Vedem vedenie. Vedem vedenii. Немножко истолковываем. Uneori un pic tălmăcim. Но это ключи. Dar acestea sunt cheii. Ключи. Cheii. Которые работали апостолы. Prin care au lucrat apostolii. Я верю, что Бог хочет вручить вам. Я верю, что эти кей Домну вряд ли себе дя шивого. Я верю, что мы сейчас помолимся. Я верю, что мы сейчас помолимся. Потому что так еще раз написано. Только аша есть искрится. Что народ Божий. Как попору Дмитрия. Усилится. Завантали. И будет действовать. Ши вор лукра. Я верю, что в последнее время. Eu cred că în ultimele vremuri мы будем встречаться, чтобы вместе помолиться. Noi ne vom întâlni pentru rugăciuni comune. Когда мы будем молиться, când ne vom ruga, будет приходить Божий огонь. Va veni focul lui Dumnezeu. Божие откровение. Va veni descoperirea lui Dumnezeu. Где мы будем молиться? Unde noi ne vom ruga? Просто Бог показал видение, просто видел, как огонь просто всходил. Tell me, what happened? Всю день, весь день сегодня. И я, когда вы молились, я поставила руки так, и вы говорили, когда Бог... A durut-o capul toată ziua. У кого боль, пус мына, отвечу, я его... Когда я пус мына, значит, са... Фратер, отвечу, кто вас исцелил? Бог! Аминь! Пожалуйста, у кого-то были ноги больные, пожалуйста, кто-то человек. Дурери де пичуаре. Ла чине а пус дурери де пичуаре? Очень быстро вызов, кам, сестра, пожалуйста, красный. Кого Господь ноги прикоснулся? Кого-то... Сора Рошу, который... Persoana care a fost vindecată de picioare. Кому-то, Господь, a avut дурери. Было тяжело ходить, но просто я видел, как огонь прикоснулся. Вы era greu ca să mergeți. Просто ходить, можете бегать и прыгать. Și acum voi puteți să, chiar să alergați și să săriți în sus. Мы не возлагали руки, это он. Noi nu am pus mâna, aici este el. Ok, tell, скажите, что случилось? Spune ce s-a întâmplat. Am dureri mari în picioare. Un picior tare mă doare, dar acum sunt să tot pieri, Dumnezeu. Аллилуйя, это Господь, это Господь, это Господь. Аминь, это Господь. А здесь Домнезио, а здесь Домну, лауда Луи. Окей, пожалуйста, очень быстро, кого еще Господь прикоснулся, пройдите, скажите пару слов. Я знаю, что около 20 человек прикоснулся Господь. Пожалуйста, пройдите. Au simțit puterea Dumnezeu. Что делал Господь? După cap tot timpul mă înclește capul. Se всё время она чувствовала, сжимала шею. Да. Și мне было дурели după cap și мынили. Да, женуй. Погодите, сей, лево право. Не болит и аллилуйя. Это Господь. Да, женуй теленка мадур. Аминь. Я болею ещё колено боят. А? Да. Колено. Father, I pray in the name of Jesus. Hallelujah. I come and I'll seek. Go away in the name of Jesus. Call right now to be healed in the name of Jesus Christ of God, Son of God, in the name of Jesus. Amen. Amen. Încotro să o apuc.